Так, там, ну, посмотрите, сука. Что-то у меня пока ничего не работает. Сейчас все посмотрю. Так. А, все, так. Трансляция пошла. Запустила. Так, объел я дал, короче. Не знаю, будет кто не будет, у нас спонтанный такой стрип получился. Подожди, еще объяв надо в этом ждать. Бости. Я ждал бости. Да, бости. Да. Ну, кому надо, тут посмотрит потом записи. А. В общем, приветствую всех от лица клана Виамильтера. Сегодня с вами Ябо, Юра и Витя Тотенкоп. Очередной стрим турнира One Wars, пятый раунд. Таблица находится перед вами на стриме. Все по стандарту. Пользуемся мы генератором случайных чисел. Соответственно, в этом раунде отдыхает у нас команда ИГС «Старики и разбойники». Кланы, которые будут, или команды, которые будут друг с другом играть, уже созданы, то есть все могут ознакомиться, посмотреть в пятом раунде. Так, Витя, ты готов? Ну, давайте, что там, какие числа генерировать? Сейчас Юра тебе все скажет. Я, да. Так, пятый раунд у нас уже. У нас получается Воком предстоит сыграть с командой из СССР. Воки последнее время, по-моему, вообще не в курсе, что им надо играть. То ли подшибало финпамят, то ли чего, я так не знаю. Надо, короче, не знаю, Альпритунгу долбать, пускай ищет замены и сам играет, потому что... Ну да, мы с ним договорились про замены, просто он потом пропал. Ну, да. Я как бы не знаю про Альпертунгу, с кем договариваться. Ну смотри, у нас получилось, турки вообще выпали. Первая команда 14-53 выпала. Сейчас Воки в прошлом раунде, получается, я 5-0 технарем дал. Держит против славянского духа-то. Ну, да, остались русские кланы. Ну, у нас получается Воки, это номера, значит, у нас 31-35, а они будут играть с СССРами, это номера у нас 21-25. Витя, ну сгенерируйте нам от 31 до 35. 31-35, сейчас. Ага, так. 35. У нас ННР против Ласкин Феррера. Давайте дальше. Сейчас. 33. Туркоман, который недавно все-таки появился из офлайна, с успехом играет. Говорите дальше. 34. Валендер и Качечка. Тут странно нет. Так, давай дальше. Так, 35 было. 33 было и 34 было. Так, а я на самом стриме не вижу генератора чисел. 31. Да вон он. 31. Альпертунга пульт. Грей Стрэндж, это у нас Гирю, игрок Гирю 32, с Грей Стрэнджером. Да, Арчо? Там, кстати, Eminem слезно просил не ставить его их с Воками, потому что они прошлый раунд отдыхали. Ну, так уж вышло, что поменять нельзя, потому что тогда не сойдутся команды. Возможно, если я поставлю их с другими, то в следующем раунде придется ставить тех, кто уже играл друг с другом, поэтому... Ну, скажи проще, не проплатили. Ну да, в принципе. Идем дальше. Рапстона Бири. Получается, ВМ Легион Урса сыграет с Империалом.
нашими заклятыми союзниками. Заклятые союзники. Ну да. Помню еще, когда это раздвоение лик прошло, мне КВшники там что-то спрашивали, а это у вас какой альянс? Как же он сказал? Необходимый в данное время или на перспективу? Я сказал, ну все от вас зависит. Так, у нас получается 16-20 мои числа и команда Империала 26-30. Виктор, сгенерируйте от 26 до 30, пожалуйста. Не, Юр, тебе точно надо ввести передачу по телеку Гослота. Да? 29. У меня не жизнь, а время потерянных возможностей. 23, да? 29. Я, получается, сыграю с Сашей 2000. Давай дальше. 30. Древ встретится с Ерошиным. Надеюсь, Древс этот раунд отыграет нормально. Ну, наверное. Все-таки был прецедент, конечно, не очень приятный. Потому что у парней было время сыграть, но как все пошли на принцип, в итоге получилось техпоражение. Древза высокий скилл форумного бойца. Пытается забороть там. Чтобы не пропадали навыки. Это... 18, Гидра, Орликин. С кем встретиться, Витя? 27. Альберт Плот. И дальше говорит. 28. Это Александр X3. У нас да, только... Юр, мне кажется... А нет, табличка обновлена. Я не то посмотрел. Олегин у нас, получается, сыграет с Китом Леопольдом. Ну, как-то так. Ну, теперь ВМ1 и ИГ Примавера. Еминеп спрашивает, СССР не распределили еще? Распределили! Все лучшее вам, Витя, все лучшее вам. Себе ничего не оставляем. Так. Эминем говорит, что нас не слышал. Ну, пусть включит громкость, я не знаю. Это. Кто у нас остался? ВМ1 и Примавера. ВМ1 и Примавера, получается, с 1 до 5, Примавера с 11 до 15. Витя, скажите нам с 11 до 15. Может, соперник будет. Пятнадцать. Кинг Урсула. Угу. Иностранец, да, по-моему? Да. С Немеччины тебе соперник достался. Ты уж давай там. Как деды в 45-м. Отожди. Страдомский у нас с кем сыграет? Витя? 13. Кирита, не повезло. Ты чё, ты можешь, он у них еще покажет, что... Да Страдомский маньяк вообще этого Ираклиса 4-0 сделал. Я прикололся с этого вообще. Ираклис тоже, наверное, выпал в осады. Да там все попутали. Ё-моё, куда... А был стрим этого? Стрим. Нет, стрима не было. Да. Репы есть на стичи. И у нас, по-моему, и есть. И то Страдомский их там куда-то положил, выложил с компа на флешку закопал в саду и просил, где она лежит. Но все-таки его упросили достать, отдать репы. Ну, как бы ладно. Все-таки там сколько народу-то в ситуации, когда их стримят, там репы уже их скачаны. Ну да, да. Конечно, справедливо будет так. Скажите милу оппонента, Виктор. Так, 12 было сейчас. Так, 15 было, 13 было. 14 остаются.
У нас был тут 15 и 13. 15, 13, 12 было, осталось 4. А 12-то кому выпало? Скорее всего, Миву выпало. 12. Ну, вот... А, 12 выпало Миву. Да, а Вариху выпало 14. Да, и, соответственно, Читак будет играть с Томпсон. С 11. Ну, все получается. Вот у нас снова три команды раскидали. А команда ИГ вторая. А, нет. Какая у нас команда отдыхает? ИГ старики и разбойники. Первая, то есть команда отдыхает, да? Вот она, получается, отдыхает на клане 14-53. Да, соответственно, по автоматам получает 5 очков. Ну, везет. Нельзя нас, нельзя никак не нас вот было поставить снова в такую ситуацию. А тут видишь, в чем прикол? 14-53 сыграли с Волками, и во втором раунде, по-моему, с Импами они сыграли. То есть, соответственно, они отдыхают, только Волки и Импы. Остальные все по раунду отдыхали. То есть, когда вы отдыхали, вам тоже 5 очков. Надо, нет, кстати, и этим, и Воком, и Пам выставить везде 5-0. Это 14-53. А то так нечестно будет, что остальные этих победы хватают. А те... Я думаю, Воком все равно. Не, ну все равно надо как-то. Что-нибудь придумаем. Ну вот такой расклад у нас получился на 5-й раунд. Всем спасибо. Да, вроде все. Всем пока. Смотрите нас дальше.